друзья. И из-за того, что сейчас рано темнеет на улице уже, я здороваюсь с вами, когда на улице уже закат и уже дома практически темно. На самом деле сейчас только половина четвертого, но как бы поздненько уже. Короче, здравствуйте! Сегодня я вам немножко показывала свою рутину уборочно-хозяйственную, и я планирую ее еще сегодня продолжить, просто решила с вами поздороваться, потому что подумала, блин, сейчас совсем на улице уже будет ночь, а я с вами так и не разговаривала при дневном свете еще. Короче, я думаю, что для вас все мои влоги еще стали одинаковыми, потому что я все время в одной и той же кофточке, в одном и том же худи, которая не отличает кадры. Поэтому, если у вас есть постоянное ощущение дежавю в последнее время, знаете, это из-за того, что я все время в одном и том же худи. Просто оно желтое и оно теплое, и его не жалко, поэтому я все время в нем хожу дома. Так, у меня сегодня день большой стирки, у меня сегодня день больших просмотров в ТикТоке, и у меня сегодня день большой распаковки. Начнем с стирки. Я постирала всю свою корзину с грязным бельем, практически там уже полная сушилка. Сейчас достирывается последняя партия, я счастлива. Мне постоянно стирка вещей вызывает дикое ощущение радости, потому что... Не знаю, как от лишнего мусора избавляюсь, когда вещи чистые. Короче, это странно, не знаю, как объяснить. Если у кого-то есть тоже это чувство, опишите его, потому что я не знаю, как его описать правильно. Второй день больших просмотров в ТикТоке. Когда я была в Черкассах, я же наснимала контента с мамой и с бабушкой. Рассчитывала на то, что это принесет хорошие просмотры, но не думала, что настолько. Уже 3 видео подряд переступили порожек 1 000 000 просмотров. Это круто, это классно. Мы с вами повышаем мою узнаваемость таким образом. Соответственно, больше людей вспоминают, что когда-то видели наши ролики в YouTube давно, там про пожары и так далее. Они заходят, смотрят снова, вспоминают, и, может быть, некоторые из них снова подпишутся. Так что цель в этом — повысить узнаваемость опять. И третье — большая распаковка. Сегодня мне нужно снять распаковку большого, классного китайского пылесоса от Xiaomi, который мне прислали на обзор и все такое. Я сейчас пойду это снимать. Вряд ли в этом влоге будет эта распаковка, потому что это все еще нужно согласовать, чтобы они одобрили, понравилась им моя распаковка или нет. Короче, я пойду сейчас это делать, но покажу вам эту часть уже где-то в следующих видосах. Вот. Что еще вам нужно рассказать? Тёма сейчас пошел в магазин продуктовый. Я ему написала списочек того, что нам нужно купить домой. Он сейчас принесет. Я еще буду готовить сегодня ужин. Поесть, чтобы было что. Вот. В принципе, так. Пока что вроде как это все новое. А, еще у нас в этой ванне, вот в этой, которая здесь у нас рядом со спальней, наконец-то появилась горячая вода. И я сегодня видела, мыла голову уже здесь. И это так классно и так удобно. И теперь кто-то может принимать душ там, а кто-то одновременно здесь. И это супер. Все, наболтала, отчиталась. Я не знаю, я не могу пропускать этот этап во влогах. Мне кажется, он очень важный. Типа, рассказать, что вы пропустили. Да? Или нет, не знаю. Все, я закончила с распаковкой. Завтра нужно будет там еще кое-что доснять про нее. И слышу, кто-то пришел. О, привет. Теперь у нас есть робот-пылесос. Такая прикольная штука. А что ты нам принес? О, мандарины. Ну, подарок. Как? Подожди, я думала, ты мне мандаринку сейчас дашь. Откуда ты достал жвачку? Она там просто лежала? Это был... Да не, я... Ну, ладно. Я просто... Это была волшебная... По-странному стрёмно сейчас. Она... Жвачка лежала там в пакете? Да. Вы же тоже видели только что, что это было волшебство? Да. Ну, ладно. Спасибо. Опа! И тут жратва! Но пока что скажу вам, я в полном восторге. Теперь у нас есть вот такой прикольный штук, который сам убирает. И причем, спойлер, убирает очень хорошо. Он уже... Я, короче, весь вечер сейчас балдею, развлекаюсь, наблюдаю, экспериментирую с ним. Штука-бомба. Нужно придумать ему имя теперь.
Но все подробности про его функции я вам потом уже в распаковке и в первом впечатлении расскажу, потому что сейчас это будет долго. Класс. Но я сейчас пойду готовить ужин. А наш новый друг пока будет за меня убирать. Класс. Блин, такой умненький, как будто живой. Это очень мило. Шуршит. Убирает маленький. Ну, милаш, не могу. Я, кстати, вам скажу, раньше я думала, что робот-пылесос — это какая-то такая все равно безграмотная штука, которая рандомно себе ездит и типа где проехала, там и убрала. Но на самом деле, вот вы видели, я вам только что снимала, как он ехал оттуда. И он вот так вот постепенно, ровненько, просто супер тесно, такими мелкими зигзагами прошел, сейчас дойдет до конца. Выберет потом другую траекторию и будет по другой траектории вот так делать. Потом сюда еще доедет, будет тут такие полосы делать. Короче, это кайф. Робот-пылесос реально убирает... Вон, кроссовки даже подвинул. Убирает намного тщательнее, чем я себе могла изначально представить. Я очень приятно удивлена. Вот я действительно была из тех, кто думал, что робот-пылесос — это какая-то беспонтовая штука, от которой толку ноль, и люди покупают просто потому, что типа им нехер делать. Но я вам скажу... Я уже 2 часа вот это вот смотрю, как он делает по всем комнатам. И это действительно четко. Друзья, всем приветики! Это новый влог от Артема и Мэй. У-ху! Короче, в нашей семье появился еще один член семьи. Классно звучит. В нашей семье появился еще один член семьи. Семье. Это робот-пылесос, а по совместительству наша генеральная уборщица Зина. Вот, поэтому если вы теперь видите белый робот-пылесос, можете его смело называть Зина. И Зинуся будет отвечать за чистоту. Зина. Почему? Да ну. Отличное имя. Напишите в комментариях, как назвать робот-пылесос. Если вам нравится Зина, пишите Зина. Мне кажется, это мальчик должен быть. Почему? Не знаю. Мне кажется, Зина — идеальный вариант. В общем, Маша тут готовит нам покушать салатик. Ты показывала капусту? Нет. Короче, я купил капусту, на этом Маша ее сильно облапошила уже. Она была вот такая просто, огроменная, но не так огромная. Это пекинская капуста, чтобы вы понимали, но она просто дико огромного размера. Вот салатик, и мы смотрим «Ходячих мертвецов», мы уже 4-й сезон смотрим, в 3-ю или 2-ю серию. Открой. Не, давай сама. Нет. Ты должна бороться со своими страхами. Пожалуйста. Давай. Открой. Ну покажи мастер-класс. Пожалуйста, я уже открывала один раз. В перчатках он тогда? Да, ой, ты стытёк. Хорошо, открою сейчас. Так, у нас на ужин дикий рис со всякими вкусными специями. Домашняя колбаска. Ну, типа, это не шлифованный просто. Дикий рис, дикий Даник. Окей. Отбивнушки, колбаски, в общем, то, что еще мы не скушали, что мама Артёма нам передала. Скажи маме спасибо, что очень вкусно. Спасибо, мама. Камерку смотри. А я звонил, говорил, что было очень вкусно. Ну ладно. И салатика я целую бочку сделала. Бочку. Все. Кушаем. Приятненько. Слушайте, я просто не могу нарадоваться пылесосу. Я пока тут убирала после ужина, загрузила посуду в посудомойку, включила ее, вытерла со стола, там протерла плиту. Пылесос уже почти в это время закончил убирать на кухне пол. Я единственное, что стулья убрала, чтобы он мог под столом нормально проехаться и все там убрать. Вау, это вау. Он уже 2-й раз сегодня на кухне, если что, вы понимали. Я его уже 1 раз запускала, но он тут не до конца убрал. Я потому что так только на некоторых участках его запустила. Сейчас все уберу. Я его уже обожаю, реально. А у моей мамы, между прочим, точно такой же пылесос уже несколько месяцев просто лежит, и она им не пользуется. Она его даже ни разу не включила. Мама, это твой знак? Наконец-то включить пылесос. Ты что, это просто находка. Просто находка. Посмотрите, он даже вот туда залез. Даже там. Давай-давай, чувачок. Находи выход. Боже, это милость. Ребята, всем привет уже. Это следующий день. Сейчас 11, где-то 50 ориентировочно.
Сегодня большой день. Ну как большой, я просто волнительный для меня. Я сегодня на час дня первый раз иду на вокал. Я наконец-то записалась, и я в офиге, потому что я так нервничаю, не знаю почему. Я прям капец переживаю. Я плюс-минус понимаю, как это будет происходить. Типа она сначала попросит меня что-то спеть, у меня ни хера не получится. Она такая, ну давай теперь распоемся. Потом я спою еще раз. Она такая, вот смотри, уже лучше. Потом что-то... Наверное, это будет, я не знаю. Короче, я проснулась в 10, там немножко занималась, разбиралась с менеджером какие-то вопросы, по рекламе там решала, нужно было сейчас пойти распечатать мне один документ для растаможки по ссылке, мне там из России отправил один магазин, кое-что мне надо договор подписать, что я готова его растаможить, пожалуйста, растаможьте мою посылку, вот. И все, и потом оттуда... С печатного копии центра, как это называется, понятия не имею, пойду сразу на занятие. Я волнуюсь, капец. Я говорю, я не знаю почему, я вроде как и типа и рада, но я думаю, блин, а вдруг мне не понравится педагог. Это, кстати, студия находится в 10 минутах пешком от нашего дома, я поэтому туда в первую и записалась в нее, потому что она находится рядом, и я не хочу сильно часто и далеко ездить. Поэтому пойду схожу туда на пробные занятия, если мне там понравится, будет вообще отлично. Помогите! Надо распеть или не надо, наоборот, или не. Все, спокойно, все по ходу. Окей? Окей, все. Ну все, я уже иду, подхожу где-то. Я надеюсь, я сейчас не потеряюсь нигде. И сразу найду то, что мне надо. Но пока что не нашла. Все, я нашла. Пришла. На месте, все нашла, будем начинать. Так, вы поете, расслабляетесь, абстрагируетесь. Меня тут нет, да? А я потом, если что, подумаю. Ой, сложно быть одному, вроде и места себе не нахожу. Да-да-да, хватит мне брать. Остановись, друзья. Боже, какой голосок прорывается. Очень интересный. Угу. Голос твой трендовый. Такой голос как раз суперский, его приятно слушать. У него нету никаких особых дефектов. Тебе правильно сказали, что действительно тебе нужно петь. Очень приятный голос. Такой детский, 21 год, а голосок как будто детский. Вот, все, что нужно подправить на самом деле, со слухом коммуницируешь, вообще хорошо говоришь. Единственное, что периодически еще не улавливаешь, где ты чуть-чуть не дотянула какую-то, не то чтобы ноту, это даже не фальшь, а это именно работа мимики, артикуляции и вот того нёба. Ну давай еще раз, зачем? Дышишь ты неплохо, кстати, спокойненько главное. Все пошло, поболело и прошло, кто расскажет? Надо записывать себя. Когда ты будешь, смотри, вот классно, да, что ты вот снимаешь себя. Ты к этому привыкла, и ты можешь себя спокойно записывать. Сделала лучшее, но еще есть такое, да, чуть-чуть непривычно вот это все. Ну да, плюс еще микрофон, вообще, я слышу себя по-другому. Там, когда ты слушаешь песню и поешь, как будто бы легче ловить ноту, потому что ты больше слышишь голос, короче... Здесь, возле себя. Да. А тут я такая, непривычно очень. Ну, смотри, в микрофон учиться петь нужно. Если сейчас тебе сложно, ты можешь, конечно, не петь в микрофон. Я тебя смогу и так услышать. Лучше сразу. Лучше сразу, потому что вот так в микрофон ты как раз и чистишь все свои недостатки. Ну и плюс еще в микрофон лучше слышно вот эти все промахи, которые там получаются. Это то, про что я тебе говорю, то, что где ты не дотянула. Не дотянула улыбку и не дотянула просто именно вот небо, да, то есть не сделала высоту.
Ну, а вообще все отлично. Уже разносит молва по дворам, что между нами чуалва. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть не с тобой перестать и дома спать. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Почему я на ней так сдвинусь? Классно! Знаешь, это классно. Да. И тут меньше промахов. Значит, нужна посложнее. Песня, да, вообще-то на самом деле тебе можно брать посложнее для песни. У тебя очень хорошая коммуникация, такое впечатление, что ты занималась уже пением не один раз. Да, вот когда песня у тебя пошла, то, которую ты знаешь, оно все пошло у тебя так, как нужно. Ну, где-то там чуть-чуть разочек промахнулась, что-то не дотянуло. Короче, ребят, все, я закончила, уже иду домой. Мы 45 минут занимались сейчас, это типа пробное занятие было. Я в шоке. Очень прикольно. На самом деле я понимаю, насколько... Теперь еще лучше, точнее, понимаю, насколько много работы стоит за крутыми вокалистами. И я аж такая... Не знаю, я супер вдохновилась на самом деле. Не знаю, как правильно сказать, педагог. Да, педагог, которая со мной занималась. Очень такая располагает к себе. Мне действительно было очень комфортно. Она сказала, что у меня есть данные, и с этим надо работать. Сказала, что голос очень трендовый, если можно так сказать, по сегодняшним меркам, короче, на сегодняшний день, грубо говоря, что звучит прикольно, и нужно учиться работать с дыханием, артикуляцией вот этой всей, и с этого можно будет лепить, можно клеить, короче, она сказала, что все круто, ну, типа, если это развивать, то потенциал очень хороший есть, и для меня это было самым важным, что я сегодня услышала. Главное, что мне не сказали, что я безнадежна или что, типа, мне даже не надо в это лезть. Все супер, надо работать, все будет классно. Я рассказала сразу, что я блогер, туда-сюда. Она очень заинтересовалась этим тоже. Попросила посмотреть потом, что я там наснимаю. Ну, короче, класс. Я думаю, что я буду ходить. Попробую, я думаю, что я еще на пару занятий к этой девушке схожу, посмотрю, как будет дальше, потому что, ну, все равно сегодня сложно понять вот так за один раз точно, подходит тебе педагог или нет, но пока что у меня нет желания идти куда-то в другое место, я в целом осталась довольна сегодняшним занятием. Но я нервничала, конечно, я очень нервничала, я первые, наверное, 20 минут... Я вообще, я даже дышать нормально не могла, я так стеснялась, это просто капец. Еще микрофон петь, и ты это слышишь. Короче, жестко. Но, конечно, это совершенно две разные вещи, типа петь. У меня грязное лицо, почему? Во что я вляпалась? С двух сторон. Чем я запачкалась? Ладно. Это разные вещи совершенно. И нос грязный. А, это от маски. Да, я все занятие была с черным носом. Видите, и вот тут на щеках у меня какие-то черные штуки. Это я маску надевала, когда заходила распечатать документ, и видно, она как-то меня покрасила. Странно. Короче, петь в машине громко — это одно. Но петь вот так в микрофон и распевки вот эти делать, правильно дышать, именно петь правильно — это совершенно другое, естественно. Поэтому, если там вы слышали меня в машине, как я пела, вам показалось, что это очень классно, то на самом деле это немножко не так все хорошо, потому что... Ох. Короче, я осознала сегодня, как много нужно еще работать, чтобы это звучало, правда, круто. Но это класс, такой новый вызов интересный для меня. Я прямо хочу. И так, я поделилась уже со всеми впечатлениями по поводу своего сегодняшнего занятия. С Тёмой поделилась, Асей поделилась. В Инстаграме уже рассказала, в сторис немножко, частично даже показала кусочек того, как я пела. И, во-первых, всем спасибо.
Кто из вас уже видел это в инсте, как я пою, и написал мне приятные слова, потому что это так поднимает дух, мотивирует и заставляет поверить, что все-таки в этом всем есть смысл. И я, короче, я очень счастлива, правда. Я прям напиталась этой позитивной энергией, которую вы мне все там выплеснули, сказали: «Машка, так классно, пой дальше!» Поэтому я буду, обещаю, нужно что-то к рису, соевый соус. Сейчас я покушаю и хочу приготовить еще покушать. Потому что то, что я сейчас скушаю, это последняя еда. А у нас там есть куриные ножки, которые Тёма вчера купил. Он вчера ходил в магазин, помню, тебе говорила. И у нас есть копчёное мясо, которое нужно приготовить. Хочу запечь в духовке ножки. Духовка уже как раз греется, я ее включила. И сделаю какой-то, может, салат еще разок. Посмотрим, буду ли делать гарнир, не знаю. Чтобы потом попозже еще сегодня было что покушать у нас. Вот. Но в любом случае, я очень рада, что сегодня я наконец-то сходила на вокал. Я поняла, что это, как это. Мне понравилось. И я намерена продолжать дальше. Преподаватель сказала, что у меня есть потенциал, тембр голоса приятный. И в целом слух у меня хороший, поэтому можно лепить и клеить. Работать над дыханием нужно, артикуляцию, как я уже говорила, нужно поправить. И все будет супер. Так что скоро ждите музыку, я так понимаю, наверное. Не знаю, я пока еще не думала так далеко и так глубоко, но мне кажется, это было бы прикольно. Такое что-то новое, интересное. Не могу нарадоваться. Все, ладно, я пошла кушать. Тёма тут сидит, работает. Я вижу, что уже устал, да? Угу. Пришла его пообнимать. Как тебе мое пение? Мне очень понравилось. Я, честно, думаю, будет хуже. Правда? Угу. Прям, ну, вообще очень хорошо. С этим можно работать. Чем видишь, бесценки поработать? Спасибо. Ты скоро закончишь, надо спать. Угу. Тебе завтра рано вставать? Да, завтра в 7 утра. Угу. Да. Пальчик. Давай, вставай. Ладно. Я хочу пойти сейчас помыть свои кисточки все, потому что давно уже не мыла. Давно хочу это сделать, короче, никак. В последнее время не доходят руки. И потом сама пойду умоюсь и отдыхать. Совсем другое дело. Чистенькие, как новенькие. Кстати, завтра мне придет еще посылка. Я там еще одну новую кисточку заказала. С косметикой посылка будет. Распакуем с вами тоже. И, кстати, не одна посылка. Мне сейчас на почте целых 4 посылки, которые мне надо забрать. Схожу завтра утречком. Ой! Заберу их. Все, сохните.